здоровенькие будут подписчики мопеда Раритетовича. И это 12-й выпуск видеоряда «Перекличка». И он будет посвящен одному из любимых мопедов СССР. Ригги Мини 26. Да, этот скелет действительно 26-я Рига с жесткой подвеской. Сейчас, конечно, у нас тут дожди, поэтому пасмурно немного. И я вот сейчас не смогу продемонстрировать его шильдик, но я там в видеоредакторе это прилеплю. Это действительно заводская 26-я Рига. К сожалению, она мне попала без вот этой задней части рамы. Тут жесткий треугольник должен быть, два треугольника. Вообще мопед стал модернизированной версией, анонсирован еще в 1971 году мопеда Мини. Либо же мини-спорт там был, надо будет напомнить все это себе, я уже забыл, как оно было. Выпускалась именно 26-я Рига с 1982 года по 1985 год. В 85 году произошла модернизация и отказались уже в дальнейшем от задней жесткой подвески в сторону амортизирующей. В чем отличие было Риги 26 от мопеда Мини? Ну, во-первых, более прочная рама, сделанная из труб. Кронштейн двигателя уже устанавливался ША-62. По-моему, на этот год должна быть модель ША-62М, но у меня был только такой, к сожалению. Вилка передняя была телескопическая, механическая. Колеса, как и на Риге 30-й, уже были увеличенного размера, 3.0 на 10. Если вспомнить архивы, родные колеса на Мокики Мини были меньшей размерностью, очень маленькие, напоминали как колеса для картов. Тормоза были в чем-то унифицированы на тот момент с Ригой 22. От Риги 22 сюда достался и бак вот такого профиля. Сиденье подушечного типа было в чем-то унифицировано с рижскими мопедами класса дырчик, но имела утолщенную подседельную трубу, поэтому от дырчика вот подседельная вот эта часть не подходила. На Мини была она чисто своя собственная. Двигатель ША-62 был полностью разработкой латвийского завода Vairos, если я не ошибаюсь. Оснащался карбюратором К60В. Диаметр поршня имел 38 мм, рабочий ход 44 мм. Но из-за неудачно подобранных передаточных чисел имел очень большую болезнь. Срезала шестерни, когда запускали кикстартером этот двигатель. Еще одним из больших минусов этого мопеда была жесткая задняя подвеска. Она здесь отсутствует. Багажник задний был унифицирован с Ригой 16, и по факту был средние лучи были удлиненными. Вот сюда они шли. Отсутствие задней подвески очень больно сказывалось на наезднике. Но все могли оценить складной руль. Барашки алюминиевые были. Но в дальнейшем нарекания и слабость рамы, в частности, в дальнейшем вот этот узел был усилен дополнительной корзинкой уже в 87 году. Привели ее к доработкам и запуску новой модели Рига Мини 30, 30-я модель. История попадания этого мопеда. Данный мопед, вернее, как он есть сборной солянкой, рама была куплена для проекта Вилли. Это еще один не пущенный в серию из мопедов, но когда я почистил раму, меня очень удивило, что вот здесь вот в этих местах установлены не капролоновые, а металлические втулки. Потом я очистил шильдик и был удивлен. На нем красовалась надпись РМЗ-2-126. 84 год. Я был очень приятно удивлен. Куплена эта рама была в Одессе.
Ну и потом уже впоследствии доукомплектовывалось сиденьем, вилкой передней, остальными частями. То есть по факту Рига 26 у меня начиналась с голой рамы. Что тут по состоянию? Ну, сами видите, много чего не хватает. В частности, вот этой задней части жесткой. Но ее будем делать. Там багажник, декоративный кожух на цепи, двигатель будем скрывать, смотреть, что с ним было. Колеса есть, они лежат в загашнике, и просто их нет было смысла выносить. Поэтому их не покажу. Так что, благодарю всех за внимание. Извините, что темень такая. Поздно у нас уже. Подписывайтесь. Всем пока.